Это ничего, на телефоне. Пока нет, сейчас будет. Пришла. Ага, отлично. Читеров пока не видать. Пока нет, да, читеров? Это хорошо. А может и есть. Просто за меня играл. Так, ты в випах, да? Ну, конечно. Захожу. У тебя какая карта? Это улица. Так, у меня тоже. Эй, всем привет, пацаны! Блин, я со спеком зашел. Зевс опять с щитами. Это он с щитами, да? Да. Обхитрил меня. Да. Хола, амигос. Рад всех вас видеть, ребят. Сегодня воскресенье, сегодня день стрима. Sunday for stream. Sunday. Mad Max. Good player. Thanks. Эль зашел. Я вижу.
Опять Зевс. Зевс любит воскресенье. Stop shooting. It's precious. Hey, watch the fur. Так, а у нас охраняемый спид стоит. Да? Ага. А у них там тоже непонятно что-то. А у них... У них Зевс просто сидит в укрытии. О, он понял. И как его взять-то? Больно далеко. Попробую это. Сейчас я панель уберу наверх. Там ее и оставь. Сейчас он меня, смотри, как щелкнет быстро. Эй, not the ear. Я в зеленке застрял. Усман тоже читер, меня это. Stop shooting. Говорю. It's precious. Командор. Hey, watch the fur. Эй, нормально сыграл сейчас. Смотри, он успел бросить мину, и я от нее взорвался. Эль сегодня с новым ноутбуком. Челик. Шесть 12. Да, дела не очень. Сегодня Хэллоуин. В маске тыквы побегать? Да ну и что-то мне как-то тыква не нравится. Я могу ее, ну как бы, кашу поесть. А на голову одевать. Марко. Хай. Нхут, нхат. Хелло, бро. Видит, видит, видит. Нифига, как ты меня так чувствовал? Тут у нас красный бегает он.
Зевс, ты себя высвечиваешь вот этой штукой. Слава, молодец. Йоу, пацаны! Аплодисменты. На голову на моей маске вот эта бейсболка. Тут меня спрашивают, кстати, знаешь, чья шапка надета на голову маски? Какая-то фирменная, что ли, бейсболка у меня? Я сегодня с колючками, а я сегодня без головного убора. Давайте, ребят, добавляйтесь в игру. Мы в випах. Повоюем. Так, за меня Зевс. Зевс. I'm Fluffy, and I'm here for action. Ну, слава, блин, против тебя мне не... Так, что там, кто там? Где? Феном, я его неправильно прочитал. Феном такой шустрый, мало, молодец. Трудно взять. Ой, как хорошо. Блин, ну тут прям красиво. Красивая концовочка. Давайте, ребят, добавляйтесь в випы. На улицах окажетесь, будете с нами. Рейтинг у нас не такой высокий. Так что, скорее всего, окажемся в одном бою, пересечемся. Так, Слава против меня. Эль против меня. Рэйван. Против меня или чего там?
На английском что-то было написано, зашел или вышел. Ребята, он к вам идет. Феном. Феном подо мной. Скучно так, наверное, да? У Эля хороший, хорошая стрельба. Отомщен. Надо антитоксик взять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот надо первую взять, она мне, по-моему, без этого. Антитоксик. Давай, рождайся. К стеночке. Навесом. Молодец. Зажали нас. Только я присяду, он меня сразу застрелит. Блин, Слав, я тебя... Я там пытался снайпером как-то заступить. А, ты 2-9 сыграл. Это ты снайпером заходил, да? Ну, хотел попробовать. Угу. Так, это ты про какую вот... Говоришь, Вайрволф. Про ту, в которой я, что ли, вот эта бейсболка? Какая шапка? Мне кажется, бейсболок тогда не было. Да? Ну да. First man down. Got our guy.
Быстрый, быстрый чувак. Что за херня? Да ну это чувак на читах, что ли, я не пойму. Что за бег такой был? Короче, читеры зашли в игру. Ну ладно, что делать. Опа. Ну тут походу сейчас команда читеров. И Гохан странно бегает. И этот у нас. А, ушанка? Маска такая есть в игре ушанка. Ну, ушанка, мне кажется... А что там с ней не так? Она же вообще, по-моему, это как бы наша форма одежды. Или на первом месте, ничего себе. Кто тут бегает, стреляет? Блять, сам себя пизданул. It's a grenade. Stop shooting my fur. It's precious. They got our guy. Уходить не надо было, эй. Давай. Что за скорость стрельбы такая у ребят? Окей. Гохан, это мы сейчас не с тобой играли? Ты мне пишешь про old gen хак, а ты не хак? Говорят, ты стримишь. Да, заходите, ребят. Не, я не пойду. Парке. Почему? Хочу. Сейчас. Кто-то мне про читеры пишет, а сам не на читах. Он пишет old gen hack. Ну да, а сам-то он не хакер. Он свой бег видел вообще сейчас на видео? Тот, который пишет. Вот этот черт, который сейчас меня убил. Он не хакер. Давай, высунь мордочку. Последний. Он разведчик вроде. Да, он разведчик. А сейчас он прям выбран. Ничего не заметил.
Вот это ж маленький солдат, я с тобой на море считаю. У них весь отряд читерский. Смотри, как стреляет. Короче, бесы увидели, что стримим, и подрубили читы и хотят показать. Ну, знаешь, нет, вот сам Гохан, он чистый вроде. Он на разведчике, он тебя видит на карте, все нормально там было. А вот Зевс и Киев Солдер, я бы нахуй... Ну, вот у Зевса типа счет нормальный, а вот Киев Солдер, блин, я бы хотел бы научиться играть со снайперки так и комп. Ну, там были моменты, где он не похож на читер, да, потому что так-то в целом смотришь, думаешь, что что-то, блин, нечистое. А были моменты, где у него АИМ уже сработал бы, если бы у него были читы, и мы сейчас вышли с ним друг на друга лоб в лоб, и я его убил. То есть, если бы у него были читы, мне было бы трындец. Да просят. АИМ? Чтобы ты на это отвлекал. Они как-то у них где-то сделали. Здесь мой любимый получатель пиздюлей. Играть нахуй. Видишь, че у меня с интернетом? Ты парагон, тебя олдкин убивает с одного выстрела. Так не можешь. А ты че не заходишь? Ты просто смотришь? Да. Че мне сохранить? У вас там какая-то потная карточка, вообще в другую игру собрался. В какую? Гострикан. А-а.
Я в нее когда-то играл очень давно. Ну, именно в ту часть, которая вышла в 19-м году вроде. Нет, эту я не знаю. Я играл, я еще помню, на Горбушку ездил, диск покупал. Ну, в Москве, когда работал. Типа, игра хорошая, единственный минус то, что разработчики ее, блин, создали за 1 или 2 года, им явно времени не хватило на проработку очень, очень многих моментов. Угу. Ну я настолько там не вникал вот во все эти детали. Игралось. Днем поработаешь, вечером зайдешь как-нибудь время скоротать. Я вчера 13 часов выпрыгнул. Я косел уже. Все, 2 часа за тебя выбили. Выходи. Устараж. Раван убил? Да нет, это ружейная турель. Элевская. Она, кстати, хорошо поставил. Ну да, он их умеет ставить. Виталий поймал меня на гранату. На, минус 2. Я Зевсу Бренку бросил, он меня убил, когда я... Ну, картинка так выглядит, что... Я уже... ушел за стену. Что, как будто так начисто вообще. Блин. Тут если не читер, то слава убьет. Не знаешь, от кого прятаться. Меня уже сколько раз убили? 9, что ли? Абсолютно. Есть. Я Зевса гранатой угостил. Говорю, лови, гостинчик. We won the match. Это такой же, как Зевс. Ну да, но только... Ну да, Зевс любит на месте стоять и на Айеме там через стены приклеит прицел и не напрягается. Пойдет чай пить. Если что, могу стоять с такими же зайти читами. Ну да. Если понадобится. Ну да. Вот. И все, и у него этот прицел на... через стены прилипает, и пока он не высунет нос, он держит его на прицеле через стены. А он пойдет на кухонку, чаек попьет. Приходит, смотрит, ого, уже настрелял. Так, я охраняемый. Ой, как на стриме, вообще супер. И ноль дизлайк. Райван уже. Правда, у нас бывший читачок. They got him. Hey, not the ears. Блять, не докинул. Hey, watch out for it. Знаешь, что я чувствую? Всех видишь на 100 метров.
Там еще есть скорострел, скорее всего, стоит. Не просто так себе это ядро. Да, блин. I'm not a rodent. I'm a lagomorph. Так, у них охраняемый уснул, что ли? Пойду проверю. А, у вас было ФКшник в катке предыдущей. Да, он на том же месте стоит. Я думал, это я так хорошо попал, а это... Там настоящий боец. Вот у него 4 выключились. Я его грохнул. Давайте, парни. Дожимаем, дожимаем. Если меня убивают, то я проигрываю, то я бойцов хвалю за это. И как бы говорю, молодцы. Молодцы, команда. Ну да. У них стоячий один. Охраняет. Ты... Стоячий, да. Я двоих успел. Как ему там гранату надо было закинуть? Блять, это разведчик. Ну вот там только Киф и помог. 29 сыграл, а так бы мы сейчас продули. Нифига вообще турелька оба там стреляет. Нифига, вы выиграли? Да. Ты понял? А чё, нормально. Что тебя удивляет? У нас... Правда, с как минимум одним читаком, но выиграли. Ну да. 52-47. Вот какая, вот что у тебя происходит в команде? Ты защищаешься от 5 врагов, а твоя команда фиг знает куда ходит, даже випа убить не может. Что делает у них команда? Они АФКшного випа умудряются защищать. Ну да. Ну да, Вольф, я и говорю не ушанку. Ушанка это исконно советская шапка. Куда он пойдет? Ух ты. Чё, ты выходишь? Поймай, поймай. Бежал. Зевс, мой любимчик. Вот этот сучонок, блин. Почему? Снял бы читы, поиграл бы без читов. Это старый Гена. Ну как ты мне это? Читы.
вообще неинтересно прям. Конечно, он капец какой мощный в плане стрельбы. Попробую его перестрелять. Райва. А как так гранаты сам себе вот хуячил? Да бывает западло такое. Так, парни, жопу мне прикрывайте. Где твоя жопа, я не вижу. Вот ко мне идет этот чмо. Получил? Залупа. Я тебя буду залупой называть. Олд Ген. Залупа. Прости меня, господи. Ты попробуй найди в себе силы. Выключи читы и попробуй поиграть. В игре есть два игрока. Слабый и сильный. И когда ты слабый, ты понимаешь, что сильный, блять, он когда-то был тоже слабым. Если он стал сильным, значит он, блин, дошел до этого каким-то путем. Нелегким. Тяжелым. Но он стал сильным, и ты станешь сильным. Поиграй с ним. И научишься. Но появляется, блядь, третий игрок, который врубает читы. Не то. И идет по пути наименьшего сопротивления. И как ты думаешь? Ёбаный читер. Как тебя называют? Игроки, которые... Виталик выжил. С последней пули прям меня выдернул. Странно, я вижу, у меня желтый интернет. Зелененький показывает. Good morning, Крис. Но он, блин, у нас уже не утро, не morning. Ну да, видишь, тебе показывают, что у меня зеленый интернет, а у меня нифига, мне показывают, что у меня желтый. Thank you.
Мощная битва. Поймал гранату твою. Ты поймал? Да. Последний пулю ты застрелил. Ага. Да я начал стрелять как из лейки, блин. Я так же. Понятно. Да, АВ-34 меня перестрелял. Shooting my fur, precious. Hey, no littering. Huh? It's a grenade. Activating. Whoa, that was perfect. Молодец. Как это Зеус меня не попал? Вы победили, у вас еще кто-то минусовался, ты видел? Я сейчас обратил внимание. Минус один, минус пять. Слав, тебя спрашивают, как тебе, кстати, акция «Рождественский холод»? Как по мне, это самая крутая акция за всю историю МК5. Как тебе акция, Слав? Я что-то не помню, про что там. Рождественский холод. Что за акция? Не знаю. Кто тут у нас бегает? Все, отбегал. Зеус вытащил на себя. Да. Ух ты. У Зевса любимое место, да? У всех читеров здесь любимое место. Бежит на встречу, но я уже в другой стороне. Они нас делают, ну вообще только что. Это вообще честно, не. Вот Эль хорошо играет сейчас. Весь его опыт игры на слабом ноуте у него сейчас. Да блин, я охраняю. Как не кстати, а? Давай, Слав. Видишь, что делает, а?
Ты вообще урод, блядь. Урод. Да, бля, моя. Ну, я хоть на гранату кого-то там насадил. В оконцовочке. 2.50. We lost the match. Зевс, а у кого же он в отряде? У Баши, по-моему. У кого-то я его видел в отряде. Меня кто-то в отряд приглашает, знаешь, там кидает приглас. Я зашел посмотреть, что за отряд. Зашел посмотреть, что за отряд, смотрю, а у него Зевс в отряде. Думаю, ну, блин. Ну, я бы и так бы не пошел бы туда, у меня свой отряд. Ну, просто как-то, знаешь, ну, за этот отряд сразу стрём такой, что там читеры, блин. Он же явный читер. Потому что видно было, что он держит на вот здесь, вот он держал на АЭМе, то есть вот держит. Человек выходит, у него прицел так пристегивается, и вот выходит человек, у него прям автоматическая стрельба происходит. Ну, меня кто-то убил. Из стокового оружия. Ну, Рейвен, он вроде это, честный игрок. Иногда бывает... попадает под подозрение. Держал прицел я. Далик, я тут отходил. А, ты отходил? А я думаю, что мы проигрываем. Охраняемый. 6-5. Мы проигрываем. Я бомбой. Продуваем жестко. Стоит высунуться и как бед. Я гранату за трубу спрятал. Вот еще одну. И еще одну. Вот так, прям в трубу. Вкладка. Или как это называется? Закладка. Слава, тебе Вольф советует АЭМ подкачать. Прицел. Понял. Понял, ладно. А как ты будешь это делать? Не знаю. Тренироваться будем. АЭМ подкачай. Ну да. Тренировочкой. Эль. Зевс ушел.
I'm not a rodent. I'm flying away. I'm here for action. Чё такое? Чё за фигня? Кто у нас тут бедокурит? Надо было идти, блин, охраняемого убивать. Чё я сюда попёрся? Охраняемый, это я. Да? Да. Вот я и говорил. Надо было тебя пойти убить. Идём. Первый раз вообще здесь словил авиаудар. Да под мостиком прям вот у здания. Сколько туда стрелял? Ну, блин, не помню такого, чтобы я... 1-5. Короче, у меня... Не идет игра ни хера. Надо собраться. Там системные звуки у меня вообще не громко, а то... У меня в ушах прям такой грохот. Я так и простоял охраняем. Да. Я смотрю, мы один... сколько? Мы 1.50 сыграли. I'm not a rodent. I'm a lagomorph. The name's Peachy Scrub, and I'm taking my chocolate back. Да и ближние мне все надо подкачивать. Я, блин, 2000 часов. Блин, заколебал меня вот этот заяц болтать. Ушел, замолчи. Че вот он, блин, продолжает? Когда уже эта акция закончится? Мне так его болтовня, блин, надоедает. Да, да, серьезно. Very serious. Hoppity hop hop. А что за акция, Виталий? А я не знаю. Ледяной там какой-то. Нет, да. Я не буду рисковать. А надо было. Поймал гранату. Да. А, я же не охраняю, ничего, я бегу. Молодцы, Виталий, как? Поймал греночку. А, блять, я думал, сверху кто-то идет. Я думал, сверху идешь, начал лупить. Я бывает тоже так обманываю. Да, по низу бежишь, себя кто-то сразу выдает. Ну да. Да елки пать, сколько можно? Ведь охраняем. Не идет игра. Кого ты гранату захуячил? Тебя по-братски. Сзади меня застрелил. Ну да, говорю, по-братски. Ну, я понял. Так же еще. Ну да. Вот, так игра закончилась неожиданно. Блин, этот заяц, ты его тоже слышишь?
Да. I sleep with my eyes. Я внимание обращаю. Literally. Да я тоже стараюсь не обращать. You bring the carrot, I'll bring the stick. Хай, ребят, привет всем. Hoppity hop hop. Hop hop. О чем он говорит, блин? I'll hop my way to victory. У меня иммунитет на всякий мусор. Get a load of these chompers. Mm-hmm. Let's go! See the ears? Yeah, yeah. They're real. I'm not a rodent. I'm a lagomorph. My name is Peachy Scrub, and I'm taking my chocolate back. Ну вот быстро бегает. Я-то бросаю гранату с учетом как бы обычной скорости, а этот чувак прям несется. I'll hop my way to victory. Я бросаю гранату так, что он сейчас как раз должен быть там и поймать ее, наступить на нее, там взорваться, погибнуть. Тут получается, что он ее просто спокойно пробегает. Что за херня? Тут вроде все наши были, откуда он здесь взялся? I sleep with my eyes open. Literally. You bring the carrot, I'll bring the stick. We killed him! I'll hop my way to victory. Я еще никого не застрелил. Возьму-ка я... Вот разведчик, что ли. Чтоб меня не так видели. Ха-ха, не увидел. And I'm taking my chocolate back. Что за жопа? Это ты в контейнере был, да? Да, и ты видал, сколько, как долго я в тебя стрелял? Да, я тебя тоже не убил. Да я куда-то по сторонам, блин, лупил. А меня их застрелил. Я жесткий. Прицел, прицел, прицел. Кто, 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 откуда? Что такое с игрой вообще? The name's BG Scrub, and I'm taking my chocolate back. I sleep with my eyes open. Literally. You bring the carrot, I'll bring the stick. I'm not a rodent, I'm a lagomorph. Hoppity hop. VIP eliminated. Get a load of these chompers. Ну, в общем... Ребят, если вы присутствуете в игре, то, наверное, вам это будет интересно. Потому что здесь есть ваша игра, есть ваши ники. А я просто как это... Так, участник. И транслятор. Нашей игры и своего безобразия. Там да, я уже настройку нажал. Зрители у нас, Виталик.
зрителей. Блин, а я сейчас не на той странице. Я здесь на странице этого. Как его? Творческой студии. Закария. Зафигачил меня. Да. Ты вышел, что ли? Нет, я в игре. А, да, да, у меня дисконнект. Сейчас перезайду. Вот у меня рейтинг свалился. 2196. С такими бойцами. С такими противниками. Hello, Маривик. Привет. Welcome. Блин, у меня все по нулям. И Виталик тоже, блин. А я только захожу. Только захожу. Ну я понял. Ну как что ты им навалять, блин? Я два раза погиб, даже успел. Ну вот же я попал, я же вижу, блин, сейчас у меня идет трансляция. Я же попал в этого, в Коммодора. Ну, видимо, в щит попал ему, потому что я увидел это белое перекрестие. Мы там бегали друг в друга, стреляли. Раньше ножом вообще все тут резались. Вот только вот сейчас можно Коммодорах. Ну, не знаю почему, но вот Коммодор режется легче всех. Может, потому что он менее такой как бы увертливый. Все командоры, что ли? Это одни нубы, что ли, в вашей команде? Вообще прикол какой-то командор. Игра глюкнула. Да? Ага. Не, я не командор. Нет? Блин. Короче, ты из-за угла стрелял, думал. А чё так быстро? Это слабый, это противник. Я только тебя и убил, и ну и что-то кого-то еще. Я только один больше всех погиб. Я вообще думал, что я. А кого я еще убил, я не понял.
А, кого-то еще я успел. Не заметил, когда. А, ты спрашивал, сейчас шестеро смотрят. Ага. Нихуя 2.21. Тут, блин, в стокового не можешь убить, стреляешь. Как ты второй бегачил? Встал. Это ты в желтом шлеме, да? А я не знаю, в каком я. 3-2 сыграл. Я сейчас даже не убью тебя. Won the match. Нет, это не я. Mm-hmm. Это Гохан. Я уже один раз погиб, блядь. Airstrike, find cover. Enemy recon aircraft spotted.
not the ears. We killed him! Через стену стреляет. Он бы стоит на месте, Виталик. Слышишь, да? Ага. Как играть будет? Ну, короче, как-то так. 2-6. Вот этот, гад. Ну как-то где-то он меня тоже так убил, я не понял как. Откуда, думаю, он взялся? Ничто не предвещало, чтобы кто-то меня сзади там или откуда-то. Ну, то есть, уловил я непонятку. МЛБ. Хакер. Вот так ко мне такая толпа прибежала. Ошпаренных всяких. Я убил чувака с ником Френд. Юмор. Он получается мой друг, а я его убил. Я не сориентировался вообще, где это был. У меня, видимо, арсенал. Я убежал уже за стену. Четыре пять, а пока лучший. Забыл поставить вот это такое. Короче, место нашел. Очень-очень быстрые, блядь, все. Нам надо как-то выиграть. У меня игра по-другому не получается. Ну, конечно.
Надо просто не высовываться особо. Да, на всякий случай кинем. Давай быстрее откатывайся. Надо отсюда уже уходить, сейчас кто-нибудь обойдет. Давай, дропни его. Этот френд все время стоит. Блять, а? 4-10. Так, чё там? Что там у нас есть? Я прыгнул прям буквально с БСВшкой так прыгнул. Память так винтовки, блядь. Отревенело. Вообще мочило я такое, блядь. Да. 5-12, офигеть. Ой. Да, мочилово жесткое. С кем-то я тут. Шерипом. Я серчал. Блять, когда успевают убивать-то? Ребят, блин, я в нашем отряде лучший. We lost the match. Эль вышел. Эль, наверное, сейчас расстроился, скажет, ну нахер этот ноутбук, блядь, купил, сложил его вот так вот и пошел чай пить. Рейван. Да, я тебе по двери постреляю. Как по тазику, блин. Вот так вот будет с каждым. See the ears?
Yeah, they're real. Get a load of these choppers. You bring the stick. I'm not a rodent. I'm not a rodent. Chocolate back. VIP eliminated. Понял. Recon activated. VIP eliminated. We got it. Я уже раз получил. Recon aircraft good to go. Recon mobilized. Все. Разбомбили. We won the match. Я был менее активный, меня на второе место поставили. Пока я бегал, искал противника, Курдистан в это время нахерачивал на шампур. Абхишек, hello. Я понял тебя, Эль. Давай, пока просто посмотри. Ничего, ноут нет, ты не расстраивайся. Ноут у тебя мощный. Все, блин. Все будет хорошо. Ага. Нежданчик. Here for action. Я не попробую перевернуть. Я иду отсюда. Как медленно бегу я. О! Тебя жалко убивать, бро. Не, даже не успел убить. Ах ты! Виталик, что это произошло? Давай, френд там подыгрывает. Френд, спасибо. Играли. Жалобы. Да нет, ну, оно, наверное, работает, когда их много набирается. Но они, видишь, хитро сделали. Они, ну как, сами не отслеживают ничего. Чтобы игроки за них работали. Прикольно.
Ты здесь, Лав? Здесь. Ну что, пару боев, наверное, еще, да? И... Ну да. Ну посмотрим, сейчас смотрю, у меня 14 человек смотрят. Круто. 14 это круто для меня. Я когда суперсолдата взял, мне показалось, он так быстро бегает. В плане... ...автомата. Ух ты! Колобус нарисовался, ничего себе! Слушай, да, Виталий? Да. Не двигается ни хера. Почему так, я почему я так делаю? Я здесь родился, блять, противник загородился. Да, командоры что-то, у них такие сильные. Ну да. Я командором захожу против командора, и, блядь, меня тут командор валит. Как пацана. Я не могу, бах. Полностью. Вся обойма выходит, он со своего это автоматика. Нахер. Get a load of these chompers. Опять этот заяц в ушах. Hoppity hop hop. The name's Peachy Scrub, and I'm taking my chocolate back. Let's get that VIP. Возьми, говорит, мой шоколад. You bring the carrot, I'll bring the stick. First man down. I'm not a rodent. Get a load of these chompers. Лава. У меня глюкнула клавиатура, я не влево, ни вправо. Только прямо бежать. Колобус. Hoppity hop hop. They got our guy. VIP eliminated. See the ears? Yeah, they're real. I'll hop my way to victory. We got mobilized. I'm not a rodent. I'm a lion. VIP eliminated. VIP eliminated. Open.
out of these choppers. Как раз кстати. I sleep with my eyes open. Literally. You bring the carrot, I'll bring the stick. We killed him! Hop, hop, hop. VIP eliminated. Final strike! I'll hop my way to current victory. Activated. Last man down! Final I'm kill! I'm not a rodent. I'm a lagomorph. Recon active. See the ears? Yeah, they're real. Я еще как-то на первое место вышел. Здорово! Кирс! Get a load of these chompers. Я думал, Крис, Кис, Кирс. Hoppity hop hop. I'll hop my way to victory. Голова хлопнула. У кого? У колоду. Да? Ну да, пилотка у него. А что, еще бой? Ну давай, бой еще, да. Колодузу сейчас под пилоткой почешем. Ведерная это пилотка. Так, ребят, последний бой, 17 зрителей. Устали уже мы. Старые мы уже. Очень шустрые ребята. Что это за херня? Что это за игра такая? Enemy drone spotted. Там френд опять стоит. Almost took my ear off. Пойду грохну его. Поджопник. Колодус читеры, что ли, я не пойму, блин. Не знаю. А тут, по-моему, сейчас все читеры собрались. Просто толпа читеров, блин. Ну так выходит просто дык-дык-дык и все, и пошел. Или пинг у них какой-нибудь под 40. Да, опять пилотка. Ну чё, и бой и это самое, не успели зайти, ничего понять и погибли. И проиграли. Чё, бой или выходим? Да давай ещё бой сыграем и всё. Давай, чё выбираем? Ребята смотрят. А, ну я, блин, не успел. Не успел. Меня. Да? А, ты сзади. Я сзади, да, зашел. We got it.
копытом, блядь. О, я на первом месте, ничего себе. Да, смотри, ты лучший. Я нормально сыграл, смотри, 6-1 на концовочку. Я тоже могу. Да. Все, выходим, Виталий? Да. Хорош уже. Уже сколько? 3 часа на катании, да? Ну да. Сейчас с ребятами прощаюсь в чате. Ух ты. Я вообще в золотой лиге оказался. Я выхожу из игры, Виталик. Да, все, я тоже вышел. Ладно, давай до завтра. Давай, до завтра, Слав. Пока. Пока. Всем пока, ребят.